А то видишь, Субару там потихоньку выкарабкивается. Опа, стой! Мы тут, понимаешь... Да, я вижу, Субару на домаге. Да. Бендер забурел. Два литра мало. Это хорошее место, ребята. Взял, заехал, взял, уехал. На месте. Последняя попытка. Еба! Монтера вошел по луже мыть колеса, ребята. Все, пациент созрел. Что он не хочет бежать? Грязь тебя победила третий раз. Резину не прикрыла, точно там миллиметров 5 осталось. Я тебе скажу, я на Дастере, блядь, проезжаю, да? У меня еще Дастер есть. А, у тебя Дастер есть? А этот Дастер не проезжает. А Дастер проезжает? Да. Легкий, блядь. Тут вообще просто на зимней резине, блядь. Мы заменяли, у нас там подъем есть. Я на Дастере заехал, ни этот не заехал, ни Прадик не заехал, никуда. Вот, поэтому я фаря и буду делать под снег, ребят. Они тяжелые. Когда его делать-то уже? Да, блин, деньги надо, деньги, деньги надо. Денег нету пока. Не тот стартер, не везуха. Они что, разные бывают, ну УАЗы? Угу. Траекторию подправить. Сейчас попробую здесь править. Боится, блядь? Здесь колеса тоже добрые. Почти 33. Автоматный, атмосферный. Не-не-не-не-не. Туда не едь. Лучше назад. Субарь не смог, ребята. Он зря сюда же поехал. Засадили фаря. Он пытается что-то пытается. А как пуля, он сейчас так же будет. У него резина почти лысая. А ты видишь, Субару-то потихоньку выкарабкивается. Капец, это было эпично. Бампер! А он резко. Он, не, он резко зацепился и резко оторвался. Я его снимал на меня. Надо было не ставить. Он сам-то целый, скорее всего. Просто клипсы соскочили. Он резко, я даже не видел. Хоп, и все. Субар едет неплохо для такого состояния резины. У меня же все заблокировки, да, стоят. Что? Какие блокировки? Нет таких, блядь. Что? Имитации тоже нет, да? Имитации только есть. LCD имитации. Вот это что с тобой? Какой LCD? Нету даже LCD. Ну, в SF5 есть. У меня нет.
меня изначально ТЗ была коробка, я же ТВ хвоста. Капец. Эх, я весь в грязи, короче. Жопа. Разложили Субаря. Да ёлай. Стой! Остынь! Коробка уже нагрелась. Пусть отдохнет. Постой 10 минут. Надо, пойду я покатаюсь. Да. Коробку надо охладить. Сейчас Монтера сюда еще засадим. И все. Лицо грязное, как прилетело несколько кусков грязи. Чуть не завалился. Нива едет. На АТ-шках или на МТ-шках. Вот он сейчас у Лады выпьет. Здравствуйте, товарищ, что-то вы задержались. Привет. Мы тут, понимаешь. Да я вижу, Субару разломали. Да. А что, это все, да, все? Ну, Саня вон там в болоте сидит, стартер меняет. Сейчас будем перетяги делать. Веревку привез я, 12 тонн. Мы еще не катались, да? Нет, мы только начали. Ты что там в гору поехал вообще? Бендер забурел. Я же на джипе, как так? Тут капец какая глина. Сегодня тут все остаются. Стой! Сегодня здесь все. А то у него еще и капота не будет. Надо погоду. А не тут-то было. Здесь же глина. Тут хорошее место. Да, вот там тут вот хорошее место. Да. Ох, ни хрена себе. Я думал, он не проедет. В общем, я чувствую, Нива всех победит сегодня. А она не простая Нива-то. У нее там пневмоблокировки, 2 литра мотор. Эта Нива не простая, ребят. Ему этой грязи мало, понимаешь? Ему еще надо гору. Ну вот туда, пусть давайте доедем. Не, ну красиво ты повис, конечно. Ну все, все сидят. У Муса один только свободен. И этот Саня сейчас приедет со стартером. Снова в магазин поехал. Не, ну подготовленная машина. Что у тебя кроме пневмоблока и мотора 2 литра еще есть? Мотор 1.9. Блокировки, привода усиленные от Иштехна. Раздатка заниженная. Коробка горная 4.0. Коробка горная, раздатка заниженная. А насколько у тебя заниженная коробка? Если так по расчетам, 30% от стоковой. Как, допустим, на Ниве поменять, перейти с пар 3.9 на 4.3. В общем, а в сумме пары 4.3, коробка и раздатка, ну, дает нормальное понижение для данных колес, для 31-х. Это у тебя Сильвера? Нет, это самые дешевые. Китайские резины, да? Нет, Алтай шина, Хорват Саваш, Сафари 500. С фориком будешь перетягиваться? С фориком? Да. Жалко его. Жалко? Аппарат. Он эффектно выглядит. Высокий, поджарый. Красивая машина. А низ у тебя был порванный, да, уже не был? На бампере. Низ был.
А, это вверх, вернее, решеточка. Наверх, да. Не, ну ты же хотел говорить, Алексей, поехали в грязь. Конечно. Я говорю, ну ладно, а может передумаешь? Уговорить. Теперь катаемся. Вот хорошо у вас, да? Стартер кончился, поехал. Да, поехал, купил. В болоте поменял. Да, и все. И дальше поехал. Попробуй на это, купи запчасть где. Давай, на Субаре стартер поменять. А, кстати, по-моему, тоже можно, там все сверху. Давай вытащим. Здесь можно вообще полноценные трофеи, соревнования проводить. Видос будет огонь. Это точно. Пристегнулся, главное. Ты тоже поедешь по луже? А я вот здесь краешку. А что с краешку? Посередине давай. Что, обратно поедешь? Ты, надо, ну, ты должен ходить. Проехать. Ну вот здесь, как ты помнишь, Монтера прошел туда по вот этому краю, нормально. Муська поехал. По краешку. Опа! Лучше назад! Это хорошее место. Это хорошее место, ребята. Здесь, в общем, все уходят на дно. Но он хуже всех проехал. Ты в сапогах? Да. Вот парень предусмотрительный. Вот это Нива, ребята, а. Я с Нивы офигею просто. Вообще пофиг. Взял, заехал, взял, уехал. О, УАЗ завели. УАЗа завели. О. Стой! Веревка! Стой! Там веревка! Здесь даже Нива погасла! Он выйдет. Он выйдет. Наверное. Он, видишь, охуел совсем. Никита, ты самый безбашенный, кого я видел. Если здесь Субару не смог, что ты на Ниве сюда поехал? Я поперек сюда смог. Кстати, Субару здесь хорошо дергался. На этом же самом месте. Ну да, да, да. Ну вот вам экшен, ребята. Он хотел поперек проехать, еще и в гору подняться здесь. Да вообще жесть, нереально. Здесь только на гусеничном вездеходе. У меня же даже батарея в камеру села. Я блок подцепил дополнительный, снимаю. Еще на кассете осталось 3,5 часа. УАЗ пошел, вылазит потихоньку.
которая прошла, прошел. Нева смог. Что-то у него там затарахтело. Чему-то пришла, мягко говоря, культурно. О, выехали! Все. Пленка за хрень у него шевелится. А, это так надо. Так и должно да. быть. Да, ты в колею от Нивы попал. Которую она вырыла. Если бы Нивы здесь не было, ты бы выехал. Так хорошо шел. Покрасил машину. Ну, наконец-то. Наконец-то. Ты 3 месяца мечтал, ждал. Ждал момента. Я тебя понимаю. Так, что там, у кого трос спаситель? Там лежит. Ё-моё. Только починил машину, сразу в грязь. Сразу оторвал бампер нахрен. А еще в кроссовках сюда приехал первый раз. Ну а тут у нас сейчас будут выкапывать якорь. Тарахтит знатно. Все там. На месте. На месте. Клиент прибыл. Все, Толян, ты опять тут. Ты на месте. Давай, здесь... вытаскивай обратно, поеду. Здесь сидели все. Абсолютно. И Нива даже. Пошел я за тросом, за желтым. Пока вы еще живые. Нормально здесь глубоко, грязь глубокая. Если честно, здесь пиздец. Колеса, колеса, еще вы. Колеса направо. И крутятся, а не горят. Старайся и газуй. Он очень тяжело вышел вообще. Да. Я говорю, здесь 2 трактора посадили, уже 5-й раз говорю. А это прям здесь? Да. Глина какая-то такая здесь. Такая скользкая, прямо вообще что-то, просто капец. Оно не цепляется, колеса сразу забивает, они не очищаются, в общем, капец, а не место. Даже Нива сломалась. Кажется, это как раз на отрежке самое то, она не зарывается под собой. Да? Ты, кстати, здесь хорошо туда-сюда дергался. Остальные все, остальные мертвые садились, в принципе, даже Нива села. Ты один пытался туда-сюда, как ни странно. Как ни странно. Да? Последняя попытка. Еба! Он выехал все-таки. А! Он ее победил. Толян, ты ее победил с 5-го раза. Насрать!
детские игрушки, да. Вот так вот УАЗ победил всех, короче. Для УАЗа это детская лужа. Они говорят, ты по следам Монтеры проехал, а надо было правее. Нечестно проехал, орут. По грязи возле холма. Возле холма? Да. А теперь вот так. Я провокатор. Ну, в общем, у вас сейчас докажут, что он самый крутой здесь. Капец, просто детский лимит. Я даже здесь пройти не могу. Если бы у него не стартер, он бы здесь показал бы класс. Было бы круто. Крест-накрест он проехал здесь, где все сели, включая Ниву. Но все, пошли жарить шашлыки. Я устал, весь грязный. Очень хочется есть уже.